Автобусные остановки в Киеве могут передать в частные руки. Об этом сообщает интернет-издание «Наши гроши». Столичная мэрия объявила конкурс на поиск инвесторов для обустройства почти 1000 остановок общественного транспорта. По условиям конкурса их должны отремонтировать, установить павильоны ожидания, информационное табло, урны и киоски по продаже проездных документов. В среднем обустроить одну остановку стоит более 300 000 гривен.